Александр Николаевич Голицын, российский государственный деятель, был непосредственным начальником коллекционера Прянишникова, в собрании которого находилась картина. К тому же их связывала многолетняя дружба. Он изображен во весь рост, натуральную величину, сидящим с книгой в своем кабинете, в креслах красного дерева, обитых красным штофом, около черного письменного стола с красным сукном. На столе стоят большие часы, на них бюст императора Александра I. Возле стола тумба с чугунным бюстиком и жардиньерка с плющом. В углу висит образ. Рядом на столе картина Доминикина, изображающая Иоанна Богослова. Вдали видна открытая дверь, ведущая в другие комнаты, прекрасно освещенные розоватым и зеленоватым светом. Одежда на князе та самая, которую он всего чаще носил. Серый фрак с регалиями. Лицо его живое, мыслящее, полное выразительности. Это один из самых лучших портретов Брюллова. Рассказывают, что Прянишников подарил Голицыну картину Доминикина, которая изображена здесь на стене, в благодарность за то, что получил от князя позволение заказать его портрет Брюллова. Среди всей массы брюлловских произведений встречаются и такие, в которых громадный талант его все же пробился, несмотря на академическую вышколенность и собственное ломание до полного великолепия, но их очень немного. Единственное, только портреты. Любопытный, очень жизненный портрет князя Голицына, отдыхающего на кресле в своем кабинете, с полной воздуха и света анфиладой комнат позади. То, что его совсем не привлекали официальная торжественность и значительность, видимо, кроется причина того, что Брюллов не только не стал придворным портретистом, но всеми возможными, а иногда и рискованными средствами уходит от этой роли. Смелость, какой он избежал необходимости писать самого императора, запомнилась многим современникам. В портрете Голицына старый вельможа Александровского царствования выглядит как чиновник, равнодушно взирающий на посетителя. Но то, как написан интерьер, заставляет вспомнить лучшую пору русской интерьерной живописи с ее открытыми, наполненными светами анфиладами, той пространственной гармонией, которая была характерна для классицистического интерьера. Среди предметов обстановки наличествуют модные новинки, вроде декорировки кресла готическими украшениями, трилежи, свьющиеся по ним зеленью, выгораживающие уютные уголки в пространстве гостиной или кабинета. Новые вкусы носили изменения в дизайн постклассицистического интерьера, который становился все менее открытым, все более загромождался роскошными вещами. Князь был консервативен в одежде. Хорошо знавшие его люди отмечали, что он до конца своих дней придерживался одной однажды усвоенной им моды. Он носил серый фрак, даже тогда, когда фраки такого цвета совершенно вышли из употребления. В таком сером фраке и запечатлен Голицын на знаменитой картине Брюллова.